Я говорю, такая лужа, если бы это был бы у нас Таиланд, то здесь бы обязательно какие-то рыбы бы водились, не маленькие. Мы пошли проверить клиновые точки. Я их еще не все запечатал. Погода благоприятствует. Сейчас у нас опять минус наступит. А сок клиновый идет, когда ночью минус, а днем плюс. Вот. Ну, пойдем проверим, посмотрим. Сегодня еще солнышко было. Может быть, что-то и накапало. Там был молодой парнишка, у него канал назывался «Юный фермер Кубани», и он там любил так говорить. Я не знаю, ему лет, наверное, 12-14 было. Он всегда говорил: «Ребята, ребята». Так вот, я сюда пришел сейчас, у меня тоже восторг такой, я хочу сказать: «Ребята, посмотрите, сколько сока накапало». Уже вроде березка, сок идет, уже вроде кленовый должен закончиться. Хорошо, что это что по пол бутылок 5-литровых, ну не по пол, но вот 1/3 точно. Я думаю, что, конечно, одного ведра мало будет, но мы сейчас что-нибудь придумаем. Вот, например, начнем с этой бутылки. Щелчок. Немножечко так. Смотрите, что получилось. Две 5-литровки и, я не знаю, сколько это, литров 10, наверное, еще кленового сока. Поэтому будем пить. И пока я некоторые точки еще не убирал, просто сейчас идут минусы опять. И, возможно, у нас еще будет сок кленовый. Так что всем здоровья, пейте натурально. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями. Выскажите свою точку зрения в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересного и полезного.